Дорогие друзья, дорогие краснодарцы, в этом году мы часто говорили и слышали, что он был непростым. Во многом это действительно так. Каждый из нас помнит, с какими сложностями пришлось столкнуться, какие трудности пришлось преодолеть. На самом деле уходящий год был разным, как, наверное, любой другой. Были у нас у всех и радостные моменты, и поводы для гордости. В этом году Краснодар стал лучше благодаря нам с вами. За год мы многому научились – внимательнее слушать друг друга, помогать тем, кому труднее, работать вместе, плечом к плечу. Я хочу сказать вам огромное спасибо врачам, волонтерам и меценатам, всем краснодарцам за неравнодушие к жизни города, за поддержку друг друга и понимание. В наступающем году желаю всем здоровья и больше поводов для радости за себя и за своих близких, за развитие нашего любимого города. Давайте эти поводы создавать все вместе. С наступающим Новым годом, друзья!